Всем привет, с вами играем в Little Nightmares 2. А все подумают, почему ты не поиграешь в первую часть? Это же вторая. Надо сначала играть в первую, а потом вторую. Я просто хочу снять вторую, а потом первую. Это как история кого-то этой девочки. Ну, короче, обычно. Давайте продолжим. То есть не продолжим, а начнем. Так, ну, как обычно, нам показывают эту дверь. Ну, как обычно. Так, ну, дверь. Дверь так дверь. Сейчас скример будет. Я боюсь. Нет. Нет. О, появился. Так. Так, как управлять? Ладно, пойдем дальше. Так, на shift бежать. Так, вот тут надо прыгнуть, да? Жок. Ну так, что это за лес? Мне можно туда залезть? Нет, нельзя. Так, вот это что такое? Так, как открывать? Так, открываем. Так, садится на клавишу на контр. Капец. Я вроде помню, какие-то тут. Так, тут у нас нету никакой ловушки. Не, ловушек нет. Но это хорошо. Так. Что там? Какие-то люди. Почему там нога пиксельная? Странно. Ой, второй, чуть не разбился. Ой! Фух. Так, это нужно толкнуть как-то. А, нет, это надо вот так. Толкаем. Толкаем. Так, и что, нам теперь на это залезть надо? Это же элементарно, что надо залезть. Давайте я угадаю, что тут сейчас бревно упадет. Так, побежали сразу. Бежим! Беги, быстрее, дебил! Фух. Нормас. Так, по дереву сразу понял, что нужно собираться. Так, кто повеситься хотел? Или уже повесился? Так, понял. Кто это все строил? Вроде надо вот сюда. Да блин. Как так? Думал, бессмертей будем некоторое время. Уже первый раз уже и смерть. Так, залезать надо. Залезай. Так. Там сломано. И здесь сломано. Это вроде капкан есть.
Так, вот здесь уже капкан идет, наверное. Страшно идти. Ну, бери ботинок. Нет, что ли, нету? Да не, я не верю. Я не верю, что нету здесь капкан. Ха! А сюда никто не придет? Ловушка же. Опа, капкан. Жрачкой. Прыжок. Опа, палочка. Мы теперь ей можем бить. Как бить? Понял. На пробел. Вот здесь еще палочка есть. Это надо осторожненько. Опа. Он еще и торчит один. Фух, я думала, я сейчас не зацеплюсь. Так, какой-то свет. Что это такое? Домик. Какой-то дом. Интересно, а что это за домик? Давайте-ка залезем. Кухня. Жрачка. Холодильник открывается. Вдруг там есть мороженое. Мороженое. Открывайся быстрее. Фу, здесь ничего вкусного нету. Лучше уйду. О, там кола или что там? Слышите? Какая-то картина страшная. Ладно, пофиг. Слышите, какая-то мелодия? Так, здесь? Топорчик. Это что, как тут? Тут вроде есть маньяк какой-то, он что ли играет? Или где он? Так, пофиг. Это он играет? Так, блин. Это... Так, а что там дальше? Так, это еще куда клубочек. Так, это что такое? Дай-ка ударим по клубочку. И тихо, по клубочку. Прям по клубочку. Какая-то дверь. О! Какая-то девочка. Не бойся, девочка. Это шестая, наверное. Смотрите, как, вот когда, вот, не знаю. Или, а я не знаю, что ли, не знаю, короче. Сначала я хочу первую пойти. Ой, вторую, а потом в первую. Стой, куда ты? Падла, стой, куда ты? Я же тебе помочь хочу. А, блин, неудобно вообще управлять. О, кстати, мы тут-то не смотрели. Это чужой шум.
Господи. Кто вы такие? Говори, что ты хочешь дернуть. Да ты дура! Давай, прыгай. Да прыгай ты. Оп. Давай, помогай. Он идет. А его можно, правда, дождаться? Нет, нельзя. Так, что это он за маска? Какая-то страшная маска. Так, подсади. А, нам что вот это надо толкать. Так, давай толкнем. Толкай! Помогай! Вот, две силы за раз. Вот здесь никак. Подсади тогда. Сади. Вот, вот, давай, давай. Опа. Прыгаем. Залезаем. О! А дай мне свою ручку. Ручку. Дай мне. Свою руку. Я вместе с твоей рукой. Да я пошутил, нахрен мне твоя рука нужна. Просто отдала мне вот эту крутилку. Бы а руку себе поставила. Зря только себе оторвала ее. Ладно, я пошутил. Зачем мне рука-то твоя? Она же вообще мне не нужна. Да, крутилка нужна только. Так, давай, она врезаю всегда. Не трогай меня, это мое. О, кстати, можно так забраться. Да подожди, куда ты крутишь? Нам надо сначала залезть, да, вот. Так, а как дальше? Да куда я в другую сторону куда-то полетел? На компе вообще неудобно в эту игру играть. Оп. Давай! Все, это наш ключик. Опа, нифига, здесь даже эти есть. Можно даже ее не ждать, она сама придет. Ой, я разбился. А, нет. Тубик с сердечкой. Давай, толкай. Ой-ой-ой, ты кто такой? Ты первый босс? Да блин, громко будет-то. Да он нас заметил, ну что это такое, а? А, сюда надо прятаться. Беги, беги, падла. Нам нужно прятаться. Сюда.
Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чё, не нашёл? Что за руки хочет взяться? Так, приседать? Слепой не видит. Как так-то? Ух, наконец мы от него сбежали. Подожди-ка, а как же... А, ну ладно. Сбежали, так сбежали. Нифига, кроты молодцы, они такие дырки делают. Или это не кроты? Не знаю, круче. Это хорошо, что мы от него сбежали. Так, короче, твоя очередь, давай. Давай теперь я буду. Это как это предательница. Вдруг меня предашь какую-нибудь минуту. А ты это можешь, ты меня в первый раз видишь. Так, и может ее позвать надо. О, спасибо. Оп. Бегам, а то она не крепкая конструкция. Какая-то шляпа или что это такое? Что это такое? Что это там за шляпа? Или мне кажется? Так как взять-то ее? А вот как. Оп! Так, попрыгать. Надевайте собранные головные уборы в меню паузы. Паузы? А, у меня есть шляпа. Стоп. Как ты ж падла еще тут. Thank you.
Капец. Быстро. А, нет! Я не хочу туда! Она вонючая, наверное. Шоколадки, как понимаете, мама звонила. Как же мамочке не отвечать? Вот сейчас начнутся. Ой, маминкин сыночек. Мама, это святое, поняли? Кава, шаг, не попал. Так. Да блин, а как так-то? Давай, надо прям. Быстро управлять. Так, ну опять побег. А! Ничего не понял. Так, ну тут надо прям быстро все делать. Так, тут есть защёлка. Закрывай защёлкой. Да, защёлкой. Так, я понял, что надо ружьё брать. А, это быстрей. Давай, падла, сейчас убьём эту скотину. Давай, на! Ха. Эй! Ай! Как же в ушах звенит. Так, а можно посмотреть, что у него там случилось? Так, а если вот так? Не, дальше не уходит. Ладно, пошли. Толкай! Поплывем на двери. Какая романтический плод. Я даже не понимаю, сколько мы уже записываем. 24 секунды, ёпара сатан. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Сейчас мы доплывем до куда, чего нам надо. И там уже продолжим, вот когда сохранение пройдет. Тогда и начнем. Будет нация на 3 лайка. Мы будем это снимать. Я буду на 3 лайка. Я выложу продолжение. Если вам нравится, на 3 лайка я выпущу новую серию. Скажу так, что в этом городе? Сейчас до какого? Ну, до города мы доплывем. И там все облучены какой-то станцией, или лампочкой, или антенной, или 3D-антенной. Хрен пойми, чем. И
и все люди будут телевизоры. Чё, холодно? Я долго плыть-то будем. Чё там ещё нету? Ничего. Главного охотника убили? Или он не охотник, или маньяк был? Блин, вообще город жалко. И чё ты встал? Ну а чё встал-то? Вот он и город. Вот и наш городочек. Капец, тут волна плохая. Капец. Чё, так сохранение не идёт? Какая-то душа. В огне подойдём. А, он нас убивает! О, всё, глаз проморгал. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока-пока. Ой. Ну, короче, пока. Сколько я уже пока сказал. На 3 лайка я выпущу вторую серию. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока.